вкусом. Да, кстати, обалденная на вкус. Да, она очень офигенная, но она стоит, сначала мы пошли, она стоила 60 гривен. А вот тут мы просто нашли ее поменьше, она стоила 50 гривен. Поэтому решили купить, попробовать. Такая сочная, я первый раз откусила, и она мне брызнула в лицо прямо. Ёлка шикардос. Даже в дождь, сейчас только что тут дождь, тут снег шел. А тут что? Посмотри. Это пирожное. Ага, больше похоже на чупа-чупсы. Самогоном воняет. Все. Я думаю, что это вонь, а это, наверное, вот это вот. Алкоголь. Самогон. Ну, что, все можно. Прям самогон как. Вы еще тут будете? Да, хоть он и есть. Только салфетку не жду. А помидорчик можно, а лучше. А как-то совпадает. Кара, вот так. Где подписал? А почем эти чурчки? Большая 80, маленький по 40. А они там с чем? С орешками? Да. Тебе купить? Давай. Я их не жалко. Маленькую. А здесь какой орех? Вот это? Там грецкий орех и инжир. А, значит, такой, такой. Сейчас. Одну? Да. Подержи кулечки. Давай, кулечки. О. Я сдачу, что-то прячу. Пойдем, Тём, давай в эту сторону обойдем. Ну что, мы все посмотрели уже, да, все, пошли. Там каток. Там Дед Мороз, он что-то делает. Я наберу. Что он там делает? Как раз он в туалет просился. Ребенка ругает, палкой бьет, глянь. Наверное, ребенок плохо себя вел. Идешь ты к вам, Дед Мороз, подъем? Конечно, конечно. Дед Мороз на сигарету. Я вас понял. Так что? Деду Морозу на сигареты денег дали. Пойдем, Тём? Ага. Мы там уже были. Ёлочка, красавица. А? Она такая огромная. Огромная, да. Особенно ну, скажи, сверху. Твое мнение, расскажи. Мне эта ёлка понравилась вообще сильно, но вот там сверху лучше. Поснимай. Там сверху такие штучки. Мы просто очень близко к ней стоим, поэтому приходится ее снизу вверх снимать.
Пошли туда, отойдем. Вот туда.